Вау, где это я? Добрый вечер. Музей Monster High. Слушаю. Ух ты, мамочки, я в музее Monster High. Сегодня же ночь Хэллоуина. Кастафирс, моя мечта. Давайте ее откроем. Ведь без касты Хэллоуин не удастся, потому что она настоящая куколка, которая подходит для этого праздника. Меняем облик. Каста Фирс – новая яркая поп-звезда на небосклоне Monster High. Ее выход не приурочен ни к какой-либо серии. Это просто сюрприз всем поклонникам Monster High перед наступающим Хэллоуином. Как и Кэти Нуар, год назад она вышла в яркой, красивой коробочке увеличенного размера. Для сравнения я вам достала Кэти Нуар, ее коробочку, и, пожалуйста, сравните, если вы хотите. На арте каста веселая, улыбчивая, жизнерадостная. Ее имя на коробке сверкает всеми красками неоновых огней. Это скорее ее подпись. На обратной стороне коробки информация о ней. Ей 19 лет, она дочь Цирцеи Кирки, колдуньи смешанного королевского божественного происхождения. По наряду касты видно, что она любит пряжки и ремни, черные и фиолетовые цвета и, конечно, тонны блесток. Давайте теперь откроем нашу ведьмочку, и я вам про нее расскажу. Несмотря на отсутствие питомца, у касты вполне себе приличное количество аксессуаров. На заднике коробки изображена ее группа, она зовет их чары, то есть с английского spells. В набор входит черная стандартная подставка, черная расческа, красочный дневник, про который я вам позже расскажу и покажу, что в него входит, метла-стойка для микрофона и сам микрофон. Она держит его в правой руке. Что ж, давайте дальше откроем. Давайте посмотрим, что входит в дневник. Дневник ничего нового о персонаже не сообщает. Это просто буклет красивых картинок с яркой и веселой певицей Касты Фирс на обложке и каждой странице. Мы можем увидеть ее изображение, ее картинки. А с задней стороны нашего дневника мы можем увидеть глаза Касты Фирс. В принципе, у дневничков в серии Power Ghouls у них также на задней стороне были нарисованы глаза самих персонажей. Что ж, давайте дальше открепляем нашу куклу и начинаем наш обзор детально об этой монстряшке. Вынимаем куколку. Мне осталось чуть-чуть, и я ее уже вынул. Ух ты, какая она волшебная и загадочная. Ведьмочка Каста Фирс. Вот я ее уже достала.
самый первый и важный бонус этой куклы – это взрослое тело, как у Неферы Денил, Клодии Вульф, или кто-то говорит Клавдии Вульф, и директрисы Бладгуд. Сейчас вам для сравнения покажу, что они просто одинаковые. Также к молдам взрослых кукол относят еще всех мальчиков. У Касты есть причудливый недостаток. Если она неправильно подберет слова в песне, она рискует превратить свою аудиторию, как правило, в лягушек. Лучшими подругами на всю ее жизнь Каста считает Оперетту и Кэти Нуар. У Касты зеленая кожа, длинные шелковистые черные волосы с оранжевыми и фиолетовыми прядками, причем лаком покрыт только хохолок, он достаточно твердый. Также имеется разноцветный хвостик, у Касты черно-фиолетовый наряд с огромным количеством блесток. Нос у Касты с горбинкой, широкие красивые скулы, острый подбородок и полные чуть надутые губы. Под правым глазом нарисована золотая слезинка или просто ромбик. Также у Касты имеется черная родинка. Правая согнутая рука Касты предназначена для того, чтобы держать ее фиолетовый микрофон или ее стойку-метлу. В ушах у нее серебряные шипастые сережки, а сами ушки острые, как у вампира. Черные плечики с заклепками примотаны к телу куклы с резинками, но они совершенно прекрасно держатся и без резинок на четырех пластиковых застежках. Болеро сзади застегивается на резинку. Платье у Касты очень низкое, и кукла буквально вынуждена все время стоять и держать ноги вместе, потому что ей очень неудобно садиться. Каста носит перламутрово-фиолетовые ботинки на каблуках и платформе с серебряными пряжками и заклепками. Все, как она любит. А теперь бесплатный концерт. Настраиваем наши микрофоны. И начинаем наш концерт. Проверка микрофона. Раз, 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 раз. Вы готовы, чары? Готовы, Каста? И поехали. Оу, ты жутко хороша. В коридоре школы темном вечно ощущаешь чей-то взгляд. Быть может, все боятся, а может, просто выглядишь отпад. Загадочный взгляд, все быть такой же хотят. Да жутко стильной, жутко стильной. Когда со мною друзья, так и чувствую я себя всесильной. Монстры правят бал. Монстр, монстр, хай, монстр, хай, монстр, монстр, хай. Эй, не унывай, монстр, хай. В школу поступай, монстр хай, монстр хай, монстр, монстр хай. Видом поражай, монстр хай. В школу поступай, я весь высыпаюсь вновь. От Дракулауры жутко не скоро ходи. Давай-ка вместе будем на луну. Распахни души глубину, Клео, малыш. Иногда ты грубишь, но любого приворожишь. Только единцы в глаза не глядишь. Вот наш урать и нас не унять. За странный, да, но нам плевать. Может, и ты хочешь монстром стать, а? Оу, жуткой быть так клёво. Ловишь на себе голодный взгляд. Глаза горят, учись и быть прекрасной. Немного опасной, до ужаса классной. Загадочный взгляд, все быть такой же хотят. Да жутко стильной, жутко стильной.
когда со мной друзья. Так и чувствую я себя всесильной. Монстры правят бал. Монстр, монстр, хай, монстр, хай, монстр, монстр, хай. И не унывай, монстр, хай, в школу поступай. Монстр, хай, монстр, хай, монстр, монстр, хай. Видом поражай, монстр, хай, в школу поступай. И красивый, и умный. Монстры, монстры, это мы. Принципам своим верны. Монстры, монстры, это мы. И красивы, и умны. Монстры, монстры, это мы. Принципам своим верны. Монстры, монстры, это мы. Монстр, монстр, хай. Монстр, хай, монстр, монстр, хай. Эй, не поражай. Монстр, хай. В школу поступай. Монстр учит нас. С нами ты решай сейчас. В школе монстров учит нас. С нами ты решай сейчас. Вырубай! На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, я надеюсь, наш обзор с Кастой Фирс вам понравился. Be cool and crazy или be cool and crazy. Пока!